Вот еще один матов не хватает. Представляете, что сейчас натворил? Металлическая рамка. Он взял кувалду и все стекло выбил и на пол кинул. Все в траву полетело. Ну вот что с такими делать, а? Я понимаю, вы берите, забирайте все, но не надо так вредить, потому что это просто уму непостижимо. Я не успела сейчас снять. Он прям кувалдой молотил по стеклу, выбивал, и все это сейчас лежит прямо вот там под деревом. Все стекло. А там металла, может быть, я не знаю, 300 грамм алюминия. Баран, блин. Вот этот. Металлист, блин. Это он сейчас колотил стекло и натрес в траву, и теперь это будет там, навсегда останется. Ну вот, он еще и провода тоже отрезает. В придачу ко всему. Что он там делает? Ну. А там люди переезжают, видите? И две кровати своих оставили. В общем, деда дербанят. Это было два рабочих вентилятора, потому что это вот те соседи, они этим пользовались, и свои вещи, наверное, у них не поместились. Они только сейчас, буквально 5 минут назад, вытащили это все. Чё деда делает, никак не пойму я. Что он с этими вентиляторами? Какой-то у него секрет. Что там? Так. Ой, бай. Это вот столько мототы было за два провода. Раздербанил, чтобы откуда-то там... Ногами стучал и руками драл. Деда, там уже вчера провода отрезали. Можешь не смотреть. Нет, вот вредителей я бы штрафовала. Если ты хочешь что-то взять... Бери, но не вреди природе. Разбивать стекла, колотить, это, конечно, это безобразие. Вот эту палочку подобрал, вот этой бы палкой тебе хряснула. Сейчас заставить то, что... Там накосорезил, чтобы взял он это и почистил. А, еще один вентилятор. Ну, так лихо он это дербанит. Прям рука набитая. В общем, в понедельник будет вывоз, а сегодня только у нас четверг. Вот представляете, не имеют права народ выставлять раньше времени. Вообще, по идее, это должно протекать. В воскресенье народ выставил, в понедельник
забрали. У нас это никак не получается. Начинают вытаскивать, вот видите. Это уже неделю так стоит. Так, что-то там. Ага. Там, по-моему, стиральная машинка что-то отваливает.